или что вот где-то клянутся на Библии, даже вот откуда это. Да, да, да. Не, ну это да, и мы тоже клянусь перед Святым Евангелием и крестом. Мы вот священники, когда мы свою присягу приводили, там Евангелие и крест, это обязательно. Потому что сейчас, конечно, к этому отношение совсем другое, чем ранее было. То есть до революции совсем все по-другому. Вы знаете, с чем мы столкнулись в начале, вот в конце 80-х, в начале 90-х? Очень часто приходили в церковь цыгане. Очень часто тогда. Причем, вот сейчас я уже не знаю, я уже 15 лет не видел того, что они делали. А что они делали? То есть вот сидела где-то их какая-то компания, пропало кольцо. Ну, кого-то там, да? И, значит, подозрение на какого-то человека. И вот они приходили, и у них какой-то такой прямо обряд был. То есть, если он говорит, не, я не брал там все такое. Но когда они ложилось Евангелие, значит, и крест. Они там как-то зажигали так все вместе свечи. И этот человек, который только что им говорил, что я кольцо не брал, перед Евангелием и крестом врать не мог. То есть, признавался тогда. То есть это вот настолько большой страх соврать перед Богом. То есть вот Евангелие, крест. То есть вот это вот было. Сейчас, я говорю, сейчас, конечно, это утрачено, но тогда это они часто приходили, и вот это такой даже какой-то обряд их был. На исповеди, когда крест и Евангелие, наверное, тоже? Да, это как мы перед Богом. Да, не убойся, ибо Господь, ты Господу исповедуешься, Он же тебя видит. И внутреннее твое, да, а не перед человеком-священником. Да.